Евгений, а где строитель у нас? Евгений, ты здесь? Да, я. Расскажите стоим. Тогда, когда можно. Слышно будет, ребята? Нечего. Все, можете сидеть. Шапку снять? Будет слышно, да? Сегодня у нас в городе еще одно, пусть небольшое, но событие. Мы открываем сегодня подземный пешеходный переход в районе Московского государственного строительного университета. При начале реконструкции Ярославское шоссе так получилось, что здесь пешеходный переход не был предусмотрен. Но по поручению мэра Сергея Семеновича Собянина строители получили, было поручено проектировать и в кратчайшие сроки построить данный пешеходный переход подземный, учитывая большой поток студентов и напряженная трасса. И буквально в течение 6 месяцев после проведения торгов данный подземный переход был построен, и сегодня мы открываем движение по этому пешеходному переходу. Пожалуйста, идите. Да, сегодня у нас очень такой приятный день. Наконец случилось вот это событие. И, конечно же, это очень большое значение имеет для безопасности вот и жителей, особенно студентов, которые здесь тысячами в течение дня переходят, так сказать, вот эту трассу. И я хотел бы поблагодарить, конечно, руководство Москвы, прежде всего мэра Москвы, Сергея Семеновича Собянина. Именно он принимал решение о строительстве. Если бы он его не принял, то, наверное, мы бы еще долго бы мечтали об этом. Я хотел поблагодарить строителей, которые, как всегда, строили, наконец построили. И я хотел бы поблагодарить и жителей, и студентов за терпение, за понимание, за вот такое отношение к вот этому месту. Так что я хочу пожелать всем свободно ходить через Ярославское шоссе, безопасно, комфортно и с Богом. По подземному переходу. По подземному переходу. Давайте мы подойдем сюда. Давайте мы дадим право перевезти. Подходите сюда, пожалуйста. Давайте, держать. Да, держите. Все, спасибо. Пожалуйста, можно двигаться? Пойдет. Вот, смотрите.